столице страны Советов, на берегу Москва-реки, воздвигается грандиозное сооружение, монумент сталинской эпохи, Дворец Советов. Высота дворца будет 416 метров. Прославленная Эйфелева башня будет на 116 метров ниже Дворца Советов. Даже величайшее здание мира, стоэтажный нью-йоркский небоскреб Empire State Building, называемый восьмым чудом света, будет ниже Дворца Советов на 33 метра. Символ величия и мощи нашей Родины!